Victory Distribution представляет персональная серия спортивного питания премиум-класса от легенды бодибилдинга Кевина Леврона. Всем привет, друзья! Новым выпуском на GOB Channel я продолжаю серию видео о саге «Неоспоримый». Ссылки на эпизоды о Скотте Эткинсе, Майкле Джей Уайте и Майкле Шеннон Дженкинсе вы найдете в описании ниже, а сегодня поговорим о самом актуальном вопросе. Когда же, наконец, четвертая часть выйдет на DVD и появится в сети? Прекрасно понимаю нетерпение многих фанатов. Со времен третьего фильма прошло уже 6 лет. Еще в январе этого года вышел трейлер новой части о бойце Юрии Бойко. Пошли слухи, что ну вот-вот выйдет сам боевик, что, мол, релиз состоится весной и летом, ну уж осенью-то точно. Но нам все еще предстоит подождать. Самое обидное, что премьера «Неоспоримого 4» уже состоялась 22 сентября на фестивале Fantastic Fest в Остине. Это стандартная практика для мира кино – демонстрировать премьеры на подобных съездах до официального выхода. Но фанатам-то от этого не легче. Тем временем, исполнитель главной роли Скотт Эткинс озвучил дату релиза фильма на DVD. Он намечен теперь уже на январь 2017 года. Частично скрасить новость об очередной отсрочке могут первые рецензии над фильм от сайтов synapse.co и birthmoviesdeath.com. Напомню сюжет. Бойко после выхода из тюрьмы вновь начинает выступление в мире подпольных боев, в очередной раз хочет доказать свое превосходство, но во время поединка убивает соперника и теперь уже озабочен скорее судьбой семьи погибшего, а не собственными амбициями. В результате он все равно будет вынужден драться в ринге, постарается искупить свои грехи, ну и кульминацией станет бой с огромным Мартином Фордом, о подготовке к фильму которого я тоже рассказывал в отдельном видео, ссылка в описании. Очевидно, что Скотт Эткинс в кадре, как всегда, будет в форме, цитата обозревателя. Он рожден для роли Юрия Бойко. Сочетание его формы, на фоне которой тот же Генри Кавилл смотрится разве что забавно, и типажа его героя обеспечивают просто взрывную комбинацию. Сцен с драками вновь будет много, но в исполнении Скотта они никогда не надоедают. Правда ради, вы никогда не знаете, откуда последует очередной удар Юрия Бойко. Судя по отзывам первых зрителей, четвертая часть, цитата, несомненно лучше, чем вторая, но уступает третьей в плане атмосферы и сюжетных поворотов вокруг главного героя. Впрочем, тут уже дело вкуса. В целом авторы положительно отозвались о премьере, так что подождем еще немного, ну что там, до января-то осталось, и уже сами оценим сюжет и постановку драк в «Неоспоримом 4». В кинотеатрах, правда, фильм не покажут, так что каждый будет решать для себя сам. Покупать лицензионный диск или скачивать пиратскую копию в сети. На данный момент у меня все, буду и дальше держать вас в курсе новостей. Подписывайтесь на мой канал, а также на сообщество фанатов Скотта Эткинса ВКонтакте. Там вы также найдете всю актуальную информацию о саге «Неоспоримый», ну и, конечно, о популярном актере. Не прощаюсь. Victory Distribution представляет персональная серия спортивного питания премиум-класса от легенды бодибилдинга Кевина Леврона.